1 ноября истекает единый срок уплаты всех имущественных, земельных, транспортных налогов для физических лиц. Налоговые уведомления, которые доставляет почта, не всегда попадают налогоплательщикам вовремя. Обеспечить спокойный сон гражданам поможет интернет-сайт «Налоговая инспекция», где можно зарегистрироваться в личном кабинете с подробной конфиденциальной информацией о вашем имуществе и налоговых начислениях. Подробнее о том, как это сделать, расскажет заместитель начальника налоговой инспекции города Большой Камень Ольга Юсупова. Для того, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, надо прийти в налоговую инспекцию, заполнить заявление. Заявление будет обработано тут же. Смысл в чем? Что вам выдается индивидуальный личный пароль, код. Этот код действителен в течение 30 дней. Если в течение 30 дней не активизировать и не поменять на свой персональный, самим придуманный пароль, то регистрация является недействительной. Надо снова идти, снова подавать заявление. Поэтому мы стараемся всех предупредить, но как-то вот люди не очень об этом помнят. Взяли, потом. И в результате просроченный срок. А информация там полезная. Там есть и задолженность можно увидеть, и переплату. И написать заявление тут же. Посмотрите, как идет, какое состояние, если вы заявляли налоговый вычет, подтвержден вам, не подтвержден, рассматривается. Все это можно там увидеть.